Надеюсь, что вы видели, как выступали девушки, и сейчас поболеют и за парней, которые пойдут на это испытание. И с нами на связи Армения. Я надеюсь, это... Подскажите мне, Ереван, там у нас остановлена точка или где-то, может быть, воинская часть какая-то. Но в любом случае, здорово, что есть группа поддержки, и здорово, что хоть и на одном этапе, но у нас выступает команда Армении. Соответственно, большую сразу группу поддержки развернули для одного этапа. Это очень-очень похвально. Ну а на следующий год я уверен, что будет полноценное участие команды. И командно-штабная машина может поучаствовать в военизированной эстафете связистов. И, может быть, и радиотелеграфисты подтянутся. Ну и, видите, готовы ребята уже выходить где-то на старт. Сейчас у нас там построение девушек, да? Пообщается Маша с командой Вьетнама. Если есть переводчик, да, давайте передаю слово Маше. Наша Маша, уверенный прием, есть прием? Да, спасибо большое, Максим. Прием у нас есть. Общаемся с представительницами команды Вьетнама. Еще до я выяснила, что девушки рассчитывали на время приблизительно 10 минут. К сожалению, не получилось уложиться на порядок выше это время. Почему? Что не получилось? Дело в технике было. Спасибо в любом случае вам за выступление. Чтобы было слышно нашим болельщикам, девушки сказали, они до сих пор не понимают, в чем же дело, что там произошло. Вероятно, это что-то было с техникой, но в любом случае арбитры сказали, что это по вине участников. Но будем дожидаться результатов. Все равно огромное вам спасибо, вы большие молодцы. Максим, тебе слово. Да, спасибо действительно за участие. Для девушек заканчивается этот конкурс. Участие в конкурсе, они отправляются в группу болельщиков и уже будут наверняка за свою команду болеть на военизированной эстафете, потому что команда Вьетнама выставляет полноценную команду на все этапы и, соответственно, и будет на эстафете представлена. Все, можно сказать, что в принципе этот конкурс для женского дивизиона завершен. Мы будем подводить итоги и обязательно вам расскажем, как распределились баллы и места. А пока вот эту передачу, символичную передачу места действия и права участия в этом конкурсе передают наши девушки нашей команде, ну а команда Вьетнама женская, вот как раз команде Армении. И давайте еще раз поприветствуем первую пару участников мужского дивизиона, команда Республики Беларусь. Кто там? Да. И приглашаю включаться в поддержку Армении. Итак, команда Республики Армения. Попрошу, наверное, в виде анонса показать нам визитки команд, чтобы мы узнали имена, фамилии и представили каждого спортсмена. Внимание на экран. Итак, команда Республики Беларусь. Первый номер — Илья Лисицкий, капитан. И я сейчас посмотрю на Илью, он скажет мне, был ли он в прошлом году. Запасным был, да? Вот в этом году уже в основе. Второй номер у нас — Артем Супрончик. И Артем тоже мне подскажет, был ли он в прошлом году. Нет. Был. Отлично. И Максим Толкачев,
третий номер, старший лейтенант, это команда Республики Беларусь. Пошумим. Команда Республики Армения, слышно, и у нас телемост с, ну, предполагаю, Ереваном, поэтому хочется искренне поддержать ребят. И я напомню, в прошлом году наша команда показала время 5 минут 8 секунд, на него мы ориентируемся условно, потому что сейчас вот эти две команды должны, одна из них точно должна установить. Время, на которое будут ориентироваться все остальные последующие участники, поэтому важно, ответственно и, может быть, даже как-то волнительно особенно первыми выступать, потому что потом все равняются на эти команды. Я, если Маша меня слышит, я бы спросил бы, попробовал бы быстренько с нашими ребятами пообщаться и как-то узнать, волнуются ли. Ну, предполагаю, что да, потому что... Представьте, сколько внимания прямая трансляция в Ереване смотрят, да? Ну, то есть это такая, прям должен быть небольшой мандражик. Но сейчас, я надеюсь, ребята сумеют отключить эмоции. Только вот четкость действий, отработаны все шаги на тренировках и, по идее, вся концентрация на выполнении норматива. У нас есть минимум 10 минут сейчас, пока все проверят, пока все посмотрят. Потом, ну, как мне сказали судьи, каждая команда имеет право собственноручно смотать бухту для того, чтобы она была, ну, как бы привычно подготовлена к развертыванию, соответственно... 10 минут. Приглашаем вас посмотреть ролики, которые демонстрируют масштаб и размах международных армейских игр, в которой наша страна уверенно и с большой гордостью принимает вот этот конкурс связистов, уверенный прием уже в третий год. И начнем мы с... недавних событий. Это наш третий этап, который назывался радиообмен, а потом немножечко такой, ну, в общем, общей картинки про армейские игры в целом. Итак, внимание на экран, как проходил этап под названием радиообмен. Равняясь, смирно, рассказывает и показывает канал «Уверенный прием». Конкурс связистов международных армейских игр. С вами я, ваша Маша. Есть прием. Сегодня в 30-градусную жару свои отношения выясняли радиотелеграфисты на этапе конкурса «Уверенный прием. Радиообмен». Почему я акцентировала внимание на 30-градусную жару? Потому что в такую погоду бежать с радиостанцией, которая весит практически 15 килограммов, очень непросто. Кто-то справился и с погодой, и с нервами, и с оборудованием, кто-то нет. В любом случае было очень интересно. А прямо сейчас на ваших экранах появятся результаты общекомандного зачета. Наталья Яковлевна, в первую очередь давайте подведем итог сегодняшнего дня.
Ну, все команды показали очень большой класс, да, все старались. Конечно, кому-то это удалось, кому-то это не удалось. Хочу отдельно отметить команду Сирийской Республики, которые умудрились не только провести радиомин, еще ошибок не сделать. Среди всех команд, ну, неполных команд, они оказались сегодня самые лучшие. Написание букв на русском языке иностранным участникам, это включая Вьетнам, включая Лаос, да, то есть, ну, понятно, что Камерун, Мали мы уже тоже не обсуждаем, Сирия, то есть они все пишут буквы на русском языке, и это создает большие трудности. Поэтому время получается больше, чем у тех команд, которые хорошо говорят по-русски. Мне еще вот чисто по-женски очень интересно, вы как женщина, как тренер, среди огромного количества конкурсантов были ваши подопечные. Все. И вы еще их оцениваете. Насколько это сложно? Ну, вы знаете, конечно, это сложно, потому что они все мои дети. Несмотря на цвет кожи, все они мои дети. Они с этим признаются, они всегда мне об этом говорят. Я видела, как вы на финише их тепло встречали, обнимали, подбадривали. А до старта вы какие-то слова вот, конечно, поддержки я тоже? Конечно, я же ко всем выходила, всем говорила. Вместе с ними проверяла радиостанции, чтобы заряд аккумулятора был. Самое главное, здесь оценивается сплоченность коллектива. Насколько они друг друга понимают, насколько они имеют плечо своего товарища рядом. Сегодня, пожалуй, вот во всех этих пунктах лучше себя проявили, ну и по результатам, глядя на них. Это моя любимая команда Российской Федерации. 15-20. За счет чего им так удалось? Потому что даже сами ребята были максимально удивлены, кажется, такому результату. Мы готовились. Во-первых, результат прошлого года. Команда Беларуси показала 16:01. И мы пытались сделать все возможное, чтобы выйти из этого времени. Мы же ориентировались. У нас был ориентир, который мы пытались превозмочь. С вами была Паша Маша, канал «Уверенный прием». Всем пока!